Сегодня еду в Дюссельдорф, Сатурн. Кое-что заказала для своего нового телефона. Но вот бан не может пунктуально приходить. Объявили, что задержка на 25 минут. Ну, очень символично. Нас не очень любят. Или любят не всегда. Наконец добралась я до Кёнигсаллеи. Глазам не верю, какая сумасшедшая скидка. А здесь уже к весне и лету подготовились. На все скидки, скидки, скидки. Но это знаменитый магазин посуды в Дюссельдорфе. Вот он, знаменитый Франсен. Смотрите, скидки почти все на 50%. Ну, это, конечно, на любой вкус, но не на весь вкус, не на все вкусы, но тем не менее цены настолько упали. Везде на 100 евро минимум скинута цена. Неужели такие тупоносые опять варианты войдут в моду? А вот я дошла до Сатурна. Просто так сюда войти нельзя. У меня термин на получение своего товара. Но, честно говоря, непонятно, куда идти, кого спрашивать. А вот я дошла до Сатурна. Просто так сюда войти нельзя. У меня термин. Но, честно говоря, непонятно, куда идти, кого спрашивать. Посмотрите, какой вход. Не знаю, правильно иду или нет. С ума сойти. Я, кажется, здесь. К сожалению, неудачно. Мне прислали не тот артикль. Но хотя бы мне не нужно возиться и посылать обратно. Придется еще раз заказывать. Вот так вот выглядят все кафе. Все закрыто. На нашей центральной Кёнигсаллее. Это наш канал. Никогда не видела его замерзшим. А сейчас вот, пожалуйста, вода замерзла, стоит. Непривычно видеть нам такую картину. Но и у нас бывает зима, оказывается. В другую сторону. На протяжении всей аллеи поставлены скамейки, чтобы люди могли посидеть, полюбоваться на канал и на то, что происходит на самой аллее. А здесь всегда есть на что посмотреть. К сожалению, такая картина в центре города не новость. Здесь орудует мафия, они привозят людей из Восточной Европы, и по каким-то причинам наше государство, не знаю, существуют какие-то законы, не может эту мафию прикрыть. А люди вот так вот сидят на морозе и собирают для них деньги. Я показала вам, как выглядит Дюссельдорф в локдауне и как я в локдауне получала заказанный товар в магазине. Если вам понравилось на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!